Життя святих, святителя Дмитрія Ростовського. Місяць Юлій, 10-й день. Сія чтені бібліотеки LibriVox. Вся чтені LibriVox достояння всеобщте. Аж ти хочете болей научити или же помощти, посетите LibriVox.org. Страдання святих мученик 45 в Нікополі Арменстії пострадавших. Лікиній нечестивий цар от великого Константина в суцарствовані приятий, восточними странами обладая, даде заповед по всей області своєї до християни, богом не хотящі поклонитися, различними смертьми мучими і погубляями будуть. Імені же їх да взимаються на созидання ідольських капищ, і бань, і обновлення градов. Таковому повеленню в Нікополь Арменський пришечу, мукам же и различним мучительским орудием на христиан и готовящимся, и многим верным емлемым и на мучение ведомым бывшим, нецей раби Христовы числом до 40 и вяще воедино собравшися, совещашися не ждати, донде же яти будут от нечестивых, но сами прийти волею на судище, и имя Христово исповедавши, вдатися на мучение. Бях уже в них начальнейшие сии – Леонтий, Маврикий, Даниил, Антоній Олександр, мужі родом і ученням знаменитий і життєм добродетельний, і ще чи всі купно представши лісію арменських стран і гемону, і споведаше себе бити християни. І гемон же толіких чоловеків єдинодушному согласію і самоізвольному їх на муки дерзновенню почудився в опросі їх глаголя. «Откуда есте? І хто вас научини поклонятися Богом нашим?» Отвеща святий Олександр. «Здешні єсмей. Ові із града, ові же із весей, обаче сія земля єст отечество наше, отець же наш єст Христос Небесний. Той научи нас не кланятися ложним богом, глухим і сліпим, ні делу рук человеческих». Глаголий гемон. «А Христос ваш где єст? Не распят ли бисть і умре?» Глаголи святий Леонтій. «Веселі, як у Христос наш умре, вештубо, як у й воскресе от мертвих і на небо вознесеться, волею бо умрізаний, і паки вусте, як у Син Божий». Глаголий гемон. «Жив ли єс нині Христос?» Отвіща Леонтій. «Ой, гемоне, ваші бози умерше не живут, а Господь наш живет вовеки, аж ти умре на малое време нашого ради спасення. Смерть уже своєю історг нас от вечнє смерті, оживотвори нас і научи нас умирати його ради, да живі будем с ним в безконечної жизни». И гемон же на час своя боги хвалити, Зевеса, Аполлона, Асклепия и прочия. И рече Леонтий святый, «Бог ли ест Зевес ваш?» Глаголи гемон, «То ест держай небо, отец всем богом». Глаголи Леонтий, «Богу подобает быть праведно, чисто, безгрешно. Ты же у Зевесе Бозе твоем что глаголиши?» Рече гемон, «Праведно, чисто и безгрешно его нарицаю». Глагола Леонтій святий. «Аж ти Зевес праведен, то не он ли отца своєго крона от царства ізгна? Аж ти чистий безгрешен, то не он ли Іру купнородную сестру свою в жену себе поят і многих чуждих жену скверні? Не точую же женського полону і мужеска бись насильник і мерзосніших скарець вделатель. Как обо мужаше Бог бити толікий сущий грешник? Аж ти же Бог ваш іст грешник, то требувати имати наго Бога безгрешного на исправление свое. Исполнився же гнева Лисия и Гемон с яростью рече, «Ты ли си судья Богом, о злая главо? Так у мне Бози не пуштажу вас, но зле погублю всех». Глагола Леонтий святый, «Не гневайся и Гемоне, слышишь ти истину. Не положены ли суд законы человекум, еже никому же имети жену чуждую, ни сестру в брак себе приводити, ни обидити, не убивати? Я ж ти, хто дерзнет противу закону, в что творити таковий законопреступник нарицається, суду же і смертної казни подлежит. Бози же ваші, чоловеці бивши, всех зол і беззаконій бяху преисполнені, блудники, прелюбодеї, чоловекоубійці, яко законопреступниці, о, коль грозному суду і многим смертним казним повинні суть. Подобає то, буде беззаконні боги ваші поклоняться чоловеческим законом, і да подражають чоловекум добре закони хранящим. Ви же судії да будете богом вашим, бози і наказателі, донде же і справите їх.
глаголи Гемон. «О, пребезумне! Не ваш ли Бог распят бисть, як у злодей? А от наших богов, которые бисть распят?» Отвеща святий Леонтій. «Распят се за них Христос, Бог наш, и хвалим се крестом Его. Ваши же бози трепещут, боящи се распятого Бога нашего, и бежат далеч от крестния силой. Бог наш волею распятие пострада, ваши же бози не хотящи горкими погибоши смертми. Бог наш спаситель е строда человеческого, ваши же бози суть губители человеком. Бог наш есть истинный, а ваши бози ложни, и не суть бози, но беси и пагубни льстители. И сами во погибоша, и поклонников своих в пагубу вечную не изводят». Сими Леонтия света го словеса и на ярост подвиг си Гемон, повеля всех изповедников Христових каменем в уста бити глаголя. Да бьют се уста, из них же исходит хула на Боги нашия. Святий же биеми глаголаху да бьет те Бог слуго сатанин, яко истину слышав неправедно судиши, пиянство е нечестием. Посем повелем учитель железними веригами всех обложити и вовръщи в темницу. И бяху святии в темнице, яко в чертозе, веселящи се о Бозе, спаси своем и Давидови псалми и поющи. Нет си, ибо в них от юности научени бъйше книгам. А святей Леонти утверждаше всех глаголя. Братия честная и раби Христовой, терпением да претерпим вся. Вести от святаго писания, колико претерпею в праведный, и каково бъйст страдание Господа нашего. Но и прочие святии раби его, како скончаше ся. Йоан предтеча во главу усечен, Стефан каменем побиен, Петър стремглав распят, Тома копием пробуден, друзи и другими мученически смертми за Господа своего умроша. Колико же святых пострадаше в царство Максимиана, и Дикия, и Адриана, и иных нечестивых прежних царей, не токмо мужи, но и жени, яко же слышим о святей Текли, и Ефимии, и Капетолине, и Юлите, и у иных святых мучениц их же имена в книгах животных на небеси написана суть, коль мужественно подвизаше се и дьявола победиша. И аще жены толь мужественны быша, коль ми паче нам, мужем сущним, подобает крепким и непреодоленным быти, и души наши положите за Христа Бога нашего, душу свою за ней на кресте положившего. Таково ими словесе Леонтий святый утверждаше братью, и все с усердием всякие муки за Христа страдать и желаху. Належаше жезной, и жаждою велиею обяти бяху святии, и прийде к темнице посетити их некая жена благородна и благочестива именем Власяна. Та невозбранно принесши хладно и отблиз там убившего источника воду напои их. Наставшую же нощ проводише святии в молитвах и псалмопениях, не спаже и лиси и Гемон нощту. Мислише бо коими муками мучити държимия в уза храбри Христовой. И ко утре уснувши ему, явися в сонном видении без глаголя. Можайся ли сие, аз я съм Бока Склипий, мучи нещадно хулищих нас християн. Много я бо нас нелепа я в темнице изрекоша, всяки ми убо виде и мук погуби их вскоре. Востав же от сна и Гемон и уже дню бывшу, седе на судище и представив святых связанных рече к ним. Поклоните се Богом, да будете друзи самодержцами нам, и возьмете кижда от вас 200 златици одежда и новия добрия и пояса й, и при вече юнце й сотворим жертву и пир, да възвеселим се купно. Аще же не послушайте ме, то люте мучени будете. Но молю вас, да не лишаете се сладка го сего света, ни да отлучите се от жен ваших и детей и другов. Пожирите поне единому, которому от богов наших. Отвещаше святие, яко едина ми уста и глаголюще. Проклят тъй буди мучителю с боги твоими, мъй же не пожирем бесом нечистим, ни злата вашего, ни одеяния, ни пирования, ни дружества требуем. Нам бо един Господ наш Иисус Христос ест богатство и одеяние, и пище и питие. Той нам ест и Отец, и друг любезнейший, и Его ради готови сме и вся страдати и умрети. Тогда мучитель повеля всех обнаженных повесити на мучилищах и ноктми железними стругати плоти их. И строга ни бъйше святии мученики надолзе даже до полудне, донде же вельми воззнои се солнце, и отиде Гемон с позорища в дом. Святии же до косте острогани, пак и в темницу повеление мучителево им вержени бъйша. Прежде речена е же благочестива е жена Власяна, пак и на посещение к ним пришедши водою сквозе оконце напои их, от язви от зноя жаждою изнемогшия,
і, прохладившися святії, благословіше жену тую, і помолішеся у неї і очадих і я. Благодарях уже Бога, як усподобішеся за Него страдати. Сидящим святим в темнице, виде святий Леонтій неких от братії язвами вельми болезнующих, і боящися от тех, да некако изнемокши отпадут от вери, и молящися к Богу подати им скорое подвига скончание. Беже в ограде нарочитый гражданин зовомый Ирод, покоряйся Елином, и у егемона честен, яко един от советников. У того гражданина бе нотарий именем Филин, любимый святому Леонтию добронравие ради, и послав призвай го к темничному оконцу Леонтий святый рече ему. Брате Филине, рцей господину Ироду, да аще буде тему, кое я ради вини, кое гемону пришествие, воспомянет о нас и да советует тому, еже бе утро издал на нас ответ смертний. Шеджи Филин поведе Ироду. В то время зван бе истирот кое гемону на вечерю, он же не иде скоро и ждаше го и гемон, и пак и послав зваше и прииде поздо глаголя. Не могу я сти виде постружи моих осужденников, и многие текущи от них крови, возгнушахся и возмятеся ми стомах, и не может прияти пищи, но на блевание устрояется. Глагола Егемон. Что обо советуешь да сотворю им? Глагола Ирод. Утро да умрут, понеже заповеди царства и противники суть и достойни смерти, то почто не умирают скорее? И обеща се склятвою Егемон умертвити их во утре. Филин же то слыша втече к темнице возвести святому Леонтию и уведеше о том си братья, и возвеселише се, яко утро имот за Христа умрети, и благословише Филина за послушание его, и бях умолящи се и приуготовляющи себе к смерти. В молитве же глаголаху: Господи Боже, Отец наших, прослави имя Твое святое в нас, душею сокрушенную и духом смиренним молимся Тебе. Да приятий будем приносящи самих себе Тебе в жертву живу, яко всесужжение овня и юнча, и яко тмы агнцов тучних, так буде жертва наша днес пред Тобою, и да угодно Тебе будет, нест бо студа уповающим на Тя. Ты веси, Господи, яко Тебе возлюбихум и Тебе ради на смерть предахумся, Ты убо укрепи нас всех, да ни един останется от дружины сия, и да не посмеется, ни порадуется у нем враг наш. Так освети и моляху се и друг друга укрепляху. В полунощи же воспеше великий псалом к погребению своему и жесть, блажени непорочни и прочее. По отпении же псалма ангел Господен пришед, изпълни света темницу и рече к ним: Радуйте се, реби Христовой, близест скончание ваше, имена ваше написана суть на небеси, уповайте Господ с вами. Торек ангел отиде, униже поклонивши се, благодариша Бога. В то время два стражи темнични, их же имена Менея и Вирилад, египтяне родом, без сна пребывающие, видяше свет в темнице облиставш, и ангельский глас слышаше, самого же ангела не видяше, и рече Менея к Вириладу: Видяше ли, брате, коего царя сии суть войни? Аз изначало друг християном есм, ибо не беззаконним путем сии шествуют, но праведным, и соблюдают веру к Богу своему. В одни же и в нощи по вся часа и поклоняются ему, и в сужитии с человеки никие же творят неправды, никого же обидят, не ищут чуждаго имения, но и своя раздают, всех любят, всем благодетельствуют, як уже и сам веси. А и же в египетских пустынях скитаются тех, каково житие. Не странно ли и удивительно, ибо и чудеса суделывают. Помышляю обо аз вните к ним в темницу и молите их да примут ме к себе. Ты же, брате, что мислиши? Отвеща Вирилад: Той жде, еже и тъй. Себо и мъй недостойни сподобихом се видите свете Гожево сия им Бог их, за него же они с радостью умирают. А ще бъй кто и гемона понудил умрете за Зевеса, или за Аполлона, или за Асклепия? Или за кого-либо от богов восхотел ли бъй умрете? Никак уже, любит бо сию жизн. А сии не щадят себе и дерзают небоязнено на смерть за своего Бога. Исподобляются от Него таковые славы, и каковые бози никому же от поклоняющихся ими више никогда же. Почто обо не приступим к мужем сим праведным и к истинному Богу? Так усовещавшися оба стражи, внедоше внутрь темницы и преподоше к святым глаголюще: Господи наши, раби Христа истинного Бога, приймите и нас в число ваше,
Веруємо, бо й ми в Господа Ісуса Христа, возлюбившого вас, і молім ви, помолітеся к Нему о нас, да сподобить нас часті с вами. Святій же возрадувашеся о обращенні їх к Богу і цілуваші їх глаголюште. Браття наше виєсте, Господь бо наш призвав вас во ісповедення Пресвятаго імене Його і даст вам возмездє равно с нами, як уже є Федіно на 10-й час прийшедшим в Его виноград. Вутрі же лісія і гемоні зейде свої в неграда на то место, і де же хотяше святеє мученики умертвіті, е же бе недалечо от ріки Лікос іменуємо й. Там у судилище суделав, повеле ізвести святеє мученики і представити себе. Видів же двух стражей темнічних, примісившихся святим узником, рече Коапіану, первому советнику. Сей сі безумні умреті восхотеша, не лучше ли єст живот паче смерті? Апіан рече, повели мучити їх лютейшими муками. Рече й гемон, ні, убояться, бо муки пак, як Богом обратившися, живі будуть. Аз же не хочу бити їм живим, но да умрут. Един му бо на всех дам ответ смертній. І бившим представленим святим мучеником судіщу його, не сотворив у вері вопроса і істязання ні єдиного, но абіє суверши суд смертній, дав ответ сіці написаний. Сім предстоящим суду моєму 45 чоловеком, християнське вері сущим, царського повеління не послушавшим і отечески боги похулівшим, достойною казн по делом їх прияті повеливаю. Первей секірою руки і ноги їм до оцечені будуть, та же огню на сужені да придадуться. Еліцій же от огня остануться їх кості, в реку да ввергуться. Ябія слуги посадивши на землі мучеников, руки і ноги їм сечаху. Належаше же сонячний зной велій, і бий з святим мучеником ово от болезні язв, ово же от жження сонячного жажда велика, і умроше нецій в том страданні, а друзі едва дейшаху, і ній же еще мужаху се терпяще. Един от них іменем Іянікіт, смотря на отсечення своя руці і нозі, склабяшеся і глаголаше. Зріте, как у жатвені серп пожалуди і моя акі класи, а святий сесіній валяється в крові своєї, прилучившемуся там обліз каменю привалися і утверз уста своя помолися к Богу глаголя. Господи всех благ дателю, істучив от камені древлі воду в пустині, і жаждуш того Ізраїля напоївий, ти й нині утверзі камен сей і зведі воду, і напойме мало, видиши бо жажду нашу в ней же ісчезаєм. Тако йому помолівшуся, внезапо подвіжеся камен і розседяся, і істучи живої води істочник. І пів святий сісінії благослови Господа глаголя. Поюте, Боже мой, яку напоїл м'єсі жажду штего, ак і матір млеком утруча. Хвалюте, царю мой, яку не презрел м'єсі раба твоєго. Молю же тя не презрі любимую братію мою рабей твоя, і прохладі їх таєштих жаждою. І зливай невидимо на них росу благодаті твоєя, і вся не утверді скончатися купно в твоїй надежді. І зведенному же силою твоєю всему істочнику, їм же древні чудо обновилися, повели істікати до скончання міра, і дашь дводеся і целебною благодаті силу в славу твою Христе і твоєго Отца і Святаго Духа, в пам'ять же нас, рабов твоїх 45 мучеников, за тя пострадавших. В то время слуги сток вели і дров на то уготований вжекши, в зимах у святих мучеников і в огн в вергаху. Бях уже во святих овий живі, овий уже омершія, і мертвих обояк уже і живих огненому предаваху сужженню. Счисляющим же їм вметаєм їх в огн, не обреташеся един, і удивляхуся і іскаху того. Святий же сісіній, при камені води стучившим, лежай, от звася глаголя. «Се зде я сам, возьміте мя і во огн несіте». І вземши його отнесоше в огн. Суженим же бившим святим мученикум і огню уже угасшу, і скаше слугів пепелі оставшихся кустей мученических, і ліки обретоша, собраша оні во вретіште й несше, і сипаше в реку Лікос. Река же приємши в себе кости святих, як у многоценної сокровище, соблюде оні на єдином неглубоком бліз брега месте, байстринами своїми вся вкупи собравши. І пришедши благочестиві мужі, і поискавши, обретоша абіє без труда і собравши до єдиния на чесном месті сухраніша, донде же погибе нечестивий цар Лікиній, царственник Константинов, востоком обладавий, і воцарися един Константин, і дадеся свобода церкви Христової повселенній.
тогда и сих святых мучеников кости всем явлени бойша, и храм во имя их создан бысть. Подавахуся же исцеление от костей их святых и от оного источника, и Боже святей си сини изведе молитвою. Пострадаше святые мученици 45 месяца июля в 10-й ден в Никополе Арменстим от Лисия и Гемона, обладающего на востоке Ликинию, в нас же царствующего Господу нашему Иисусу Христу, е муже со Отцем и Святым Духом чест и слава, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. В той же день страдания святых мученик Вианора и Жебе из Писидии, и Силуана, мученик Северианум и Гемоном и Саврийским, по многих же страданиях посечением скончавшихся. И святаго мученика Аполония и Жебе из Сардийского в Лидии града, пострадаже за Христа во икони от Перения князя и на кресте распят скончася. В той же день памет преподобних пустынников египетских от Теофила Патриарха Александрийского огнем и дымом уморенных Исидора ради пресвитера. Зрил тех в житии святаго Йоанна Златоустаго ноември в 13-й день. Конец жития святых мученик 45.